И снова к теме праздников. Самый дорогой подарок в День города в Курском областном перинатальном центре. Появились на свет 15 мальчиков и 15 девочек. Причем несколько малышей родились немного раньше положенного срока. Праздновать каждый свой день рождения они будут 25 сентября вместе с Курском. Мамы признались, что малыши как будто чувствовали приближающийся юбилей. Именно поэтому и постарались родиться к знаменательной дате. Это действительно счастье для мамы, для папы. И я надеюсь, что будет радовать нас каждым днем. Ну и плюс в такую дату рожден 25 числа, то есть немножко раньше срока. Но, видимо, понял, что счастливит не только родители, но и наш город. Город тоже порадовал мамы, малышей. Каждой женщине вручили памятную книгу об истории Курска и детские вещи. Не забудьте, что на тысячелетие города Курска. Чтобы сохранили. Спасибо большое.